работаешь сидя, приведись и сделай эти три упражнения. Они помогут твоей спине, рукам, ногам. Эти упражнения можно выполнять, не отрываясь от работы. Первое улучшит состояние спины, второе снимет отеки на ногах, а третье улучшит кровообращение в руках. Поставили ноги на пол, выпрямили спину и делаем повороты в поясничном и грудном отделе позвоночника. Помогая себя руками, втягиваем себя немного за спинку. В одну сторону. И в вторую сторону. Так делаем 5 раз. Поднимаем ноги максимально вверх на носки. Задерживаем верхние точки. Так делаем 5-10 раз. Икроножная мышца при этом докачивает всю жидкость вверх. Соединяем вместе ладони. И 10-20 раз сильно сделали сдавливающее движение. При этом у нас работает весь плечевой пояс. Пробуй. Пиши в комментариях, если было полезно. Еще больше полезного у нас в профиле.